Личная жизнь певицы Максим вновь потерпела фиаско. На этот раз отец 11-месячной дочки певицы, бизнесмен Антон Петров, бросил их и поспешил жениться на дочери депутата, с которой, по слухам, тайно встречался в течение года. Выяснилось, что когда Максим еще была беременной, ее гражданский супруг начал ей изменять. Певица переживала, но все же верила, что возлюбленный отдумается и вернется к ней. Однако новая избранница миллиардера, 21-летняя студентка, дочь депутата Елизавета Брыксина, уже стала его официальной женой. Недавно девушка выложила в соцсеть фотографию со своим возлюбленным и написала: «Уже год вместе». Неосторожный комментарий доказывает, что Петров жил на две семьи, несмотря на то, что Максим была беременна. Оказалось, молодой человек вообще большой любитель звездных девушек. До Марины он ухаживал за Викторией Дайнеко, которая без памяти влюбилась в бизнесмена и даже сделала татуировку с его именем. Но певица наскучила ему уже через месяц отношений. Кажется, Максим немного ошиблась с выбором спутника жизни.